К сожалению, конкурсы подобные, там, «Мисс России», «Мисс того», «Мисс сего», «Мисс Вселенная» или еще чего-нибудь околопланетного, дискредитировали себя. И мы знаем, насколько заказной характер носят эти все программы. Поэтому я бы не стал этот вопрос возводить в ранг какого-то национального характера. Это, наверное, какое-то шоу для отдельных людей, организаторов и иных участников. И если кто-то это хочет сделать, то, наверное, какое-то помещение для этого может найтись. Вы на территории любой страны, но делать из этого какой-то вопрос и привлекать к нему внимание как значимому я бы не стал.